Добро пожаловать на канал Hardreset Info. Перед нами находятся часы Ulefone Watch. Сейчас я покажу вам, как сделать сброс настроек данных часов. Итак, для этого мы листаем вправо и ищем здесь настройки. Находим настройки, далее проходим в самый низ и нажимаем Reset. Нажимаем на галочку. И таким образом мы сделали сброс всех настроек. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.